Аромат духов, туфли на высоких обцасах и хвалюющая атмосфера. У центра моды и прыгажости «Хрустальная нимфа» прошел кастинг на конкурс «Мисс Беларусь-2020». И он стал своеобразной репетицией областного этапа, который отбудется у студени. С претендентками на гоноровый титул познакомилась Марина Джалая. Вікторія Бабарина – гамельчанка, вучиться у педагогічному коледжі ім'я Выгодского. Висока яркая брюнетка за сітінськими коранями у конкурсі пригажості вирішила поудельничать у першиню. Пораїла сябровка. Мне предложила моя подруга. Я очень сомневалась в своих возможностях. Но в итоге я собралась с духом и решила попробовать себя, оценить свой уровень. И я планирую, возможно, дальше пройти, участвовать. Макеева Ганна – третьякурсница Белорусского державного университета физической культуры. Живе у Жлобине. Девчина рассказывает, как год тому назирала за аналогичным шоу с глядацкой залы. Прогляд конкурсу прихожости для своих студентов организовала керавництво ВНУ. И литерально загорелась идея поудельничать самой. Навод домовилась с сябровкой, что обовязково прийме удел у кастингу на наступный конкурс прихожости. И от своего слова не отмовилась. Ганна поспяхово прошла отбор у своем райцентре и трапила на наступный тур у Гомель. Сейчас я расслабилась, до этого я очень нервничала, потому что до этого у меня не было опыта и у меня нет навыков дефиле, но и это было заметно, немножко это меня смущает. Перед демонстрационной залой своего выхода чекают прихожане, хвалюются, подбадёрывают одна одну. Те, кто уже, как говорят, отстрелялся, выдыхают и делятся уражениями. Остатние литерально ловят каждое слово, как не повторить помылок и быть на поготове. Не была ни разу на кастинге, поэтому есть волнение, потому что неизвестно, что будет. А вы с каким настроением? С позитивным. Есть, конечно, немножко капелька волнения, но я думаю, мы это переборем эту капельку волнения. А вы? Безусловно, присутствует, но волнение очень приятное. А готовились к кастингу? Честно говоря, нет. Экспромт? Да, да. Хвалевание цалком обґрунтованное. Журы оценивают не только внешнюю привабность, рост и иншие физические параметры. Акцент так само на интеллект и внутренний свет претенденток. Треба обрать такую девушину, которая будет гармонично излучать духовность, розум и пригожость. Знание языков обязательно приветствуется, обязательно образование, активная жизненная позиция, чтобы, да, то есть... Желание быть полезной этому миру, обществу. Усяго на отборочный этап пришли каля 200 девчин. Для удела у областным туре, який отбудется 25 студеня у громадско-культурном центре, жюри обрало 115 претенденток. Финал конкурсу «Мисс Беларусь-2020» запланованы на май. Марина Джала, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».